Премьер-министр и глава Нацбанка одинаково отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работы этих предприятий. Посмотрите по ставке рефинансирования. Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза развития социально-экономического, поэтому стоимость банковского кредита надо, наверное, уменьшать активнее. Я жду решения правительства и Нацбанка, не затягивая до конца июня.